Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Саргоник, и это работа. И мы сейчас находимся на самой высшей точке этого цеха. Это вот у нас, где эта пленочка. Вот этот аппаратик. Здесь валы. И как мы можем увидеть, вот сюда я прихожу шнур кидать. Вот этот шнур, чтобы через все валы прошел, короче. И вот там он выходит, короче, вот так. Через эту всю шнягу, короче, и спускается туда вниз. Вот туда аж. Вот таким образом я здесь работаю. Вот там ребята режут пленку полиэтиленовую. Здесь по правде очень высоко. Просто пиздец, как высоко. Большинство времени я снимать буду в боксе, так что слышно не будет очень хорошо. Из-за того, что... Блядь. Не привык еще, каменка маленькая, и очень держать что-то неудобно. Ну, просто здесь пыли очень, я боюсь, что ее запачкаю. И потому держу в боксе. А сейчас вот, чтобы было все понятно, я ее снял с бокса и вот снимаю это все по идее. Вот смотрите.